Не-не, наперед. Дверь будет, наверное, вот здесь. А окошко с этой стороны. Так, здесь дверь, а вот здесь тогда окошко, что ли? Ну, да. Потому что если у них и будет гнезда где-то, либо по той стенке, чтобы с этой двери напрямую не дуло. То есть дверь вот здесь, я думаю, край. Да, да. Они, он там сделаю вдоль. Так будут гнезда у них, там 3-4 гнезда. Ну, как мы у Олега делали, да? И этот домик, ну, этот как, USB. Я понял. Все, а окошко, чтобы им проветривалось. Ну и вытяжку где-то мы в углу будем делать друг напротив друга, круглый. Помнишь, мы смотрели? Ага. Ну это вот с задней стенки можно сделать. Если ну, окно здесь, то вытяжка там должна быть. Да, напротив двери? Ну в углу там ты, Миш? В углу, да. Ну в углу сделаем, вниз, вверх. Нет, а как мы закантуем-то это? Закрепим квадрат. Ну, сейчас все будем приносить тогда. Что надо, рулетка, не рулетка? Ты знаешь, что? Че? Мы же обшивать будем. Да. Доска 20-ка? 20-25, наверное. Ну, то есть вот... А как? Вот с этой стороны... Варить под него, мне кажется, ничего не надо. Мы доски, наверное, будем прошивать. Нет, почему? Каркас этот вот так. Угол. Квадрат? Ну, да. Мы, чем проще сделать, вот можем в угол прям, да, сделать? Ну, да. Или тот угол. Чтобы нет, нам... Там улица будет сразу. Там стенка глухая будет. Слушай, а если его, ну, высоко, наверное... Так, что вы сюда пришли? Злат, ты опять шакалишь здесь? Этот. Вот так здесь сделать, только не очень высоко. Хотя тут полы будут. Полы, да. Я буду... Ну, нормально. Плюс пол. Чем проще. То есть, давай его зацепим, Володь, вот так вот, квадрат. Тут ровный квадрат. Да, нам проще. Нам проще так сделать. То есть, две... Нам угол надо сварить. Ну, во. Вот так и будет достаточно, Володь. Ну, все. Нам и работа проще. Так, сейчас вы будете кучу мне разбирать. Да, Володь? Я облегчаю нам работу. Так, пойдем, ну-ка. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Ком, прорабы хреновые. Вам бы лишь бы... Что, может, вам душ сделать? Сейчас я вам... Стой. О-о, садитесь, сейчас вас тут всех сейчас полью. У нас четвертый. Это у нас четвертый подход, да? Да. Четвертый возможный выходной. По одному дню. Сутки, неделя. График. Да. Сейчас. Сейчас загоню я вас. И помою. С души. Сейчас я их сполосну. И садитесь. Вот так вот. Вы в ловушке. Это я прикрою, чтобы вы не выскочили. Вот так вот. Да, да. Сейчас, сейчас я вам все сделаю. Да. Куда? Злат, ты так стоишь тоже хорошо. Сейчас я грудак. Остынет у вас дыхалка. Честно, теперь уже я тебя не пощипаю. Ты убежал от меня, такая рыжая бестия. Стоять! Куда собралась? Пока не остынешь, куда? Стоим. А, ты подходишь, чтобы я тебя полил? Стоять место. Все, все. Молодец, молодец. Молодец. Умничка. Сейчас. Вот. И Златка даже замолчала. Молодец. Все стоит. Все стоит. Сейчас мы тех тоже прижучим.
Так, идет доработка, убирание остатков, чтобы ничего не оставалось. Остатки сладкие. Вот, YouTube уберут. Где мы будем это все смотреть потом? В соцсетях своих? ВК? Да. Ну, и туда тоже надо сейчас добавлять. Я определенные видосы буду, которые интересны для нас. Остальное пусть, если что, пропадает. Флаг им в руки. Такой вот, да. Мишаня, привет. Сегодня с Володей продолжаем утятник. Надеемся, что закончим металлоконструкцию. Вот стоит дверь, сейчас стойку приварим, потом поедем прицениваться, покупать, оставим. Потом деревяшки пойдут. Крыши, мыши, 30-ца. Короче. Нам сюда еще перекладину надо. Да, одну. Перекладину надо. Вот. Так что тут целая дача, бля. Хороших выходных. Жара стоит. Ну, мы идем. Мы идем потихоньку. Не хватает. Ну, что-то можно приварить. Что-то приварим, да. Вот такие дела. Первые, наконец-то. Пока Володя отдыхает. На улице пекло, жара. С молоденькой капусткою и с собачьими костями я у них тогда урвал. О, косточки свинотаврские. Будет щи с молодой капусткою. Он мне говорит, что мы сегодня жрать будем. Я говорю, борщ, ну там борщ был, это я не сражаюсь за родину. Щи, но не с баранинкою, со свининкою. Злодейский добыл у лаек. И это, сварил, отобрал у них 4-3 косточки. Все, будем щи есть. А он мне, как ты сказал? Ах ты мой родной, ты золотой, меня будешь кормить. Поджарочка. Такие дела. Вот наподобие вот этой двери. Ну и что, коробку, стекло нам не надо, правильно? Глухая не написано, видишь? А стекло 3300. Глухая дешевле должна быть. 1800, 1700. Вон глухая 3400, Володь. Вон стекло 3800, а глухая 3400. Плюс наличник, плюс коробка. Значит, здесь глухая будет дешевле. Стекло 3300, это будет 3000 ровно, допустим. Ну и плюс коробка. Ну, 1600, 1600, 1700. 1700. Ну, 7000 нормально для двери, нормально. Да? Она меньше будет. У меня даже в доме таких дверей нет у нас. 3000 и коробка 3900. 4, 5000. 5000. Вот, нормальная цена за 5000. Там еще одна. А вон они всякие. Нам глухие надо. Плюс вот эту фурнитуру еще надо. Тоже дорогие ручки такие. Но нам что надо? Защелка будет. Да, тогда нам вот этот наличник не нужен? Нет, я жду. Нам коробка и дверь, правильно? Коробка и дверь, да. А у нас будет просто этот шпингалет. Блин. Ну надо. А у кого что? Может вот? Ну, заходи. Да, блядь, цена тут, да. 21-315. Да. Для уток это круто. 45-42. Да.
деревянная в коробке дверь на улицу. Вот самое оптимальное вместе с коробкой обработается 6 рублей. Остальное все космос. Пластик 25 тысяч, охренеть не встать. Как тепло у вас тут? Как в бане. О, хорошо, веник что-нибудь возять надо, веники. Это. Может, лодку и на воду? Щука ждет. Нас обоих. Ну что, мы пару часов все любимым не уделим. Оттестировать. Единственное, что мне надо колеса новые куплены. Шпринтики мне надо в крепмайкер зайти. Там был этот проволока стальная загнута, гвоздь. А шпринт надо, ну. Ну, чтобы колеса не падали. Ага. Горбуза. Ну чё? Ну, холодный был бы лучше. Арабские, турецкие? Узбекские. Узбекские? Нормально так. Холодненьким хорошо будет. Держи так, чтобы она не снизу. Рана была ровная. А что я могу его убрать? Это маркер. А. Он не влезет туда. Да я сейчас сверло сейчас поменяю сразу. Тонкая, и она наметит сама. Да. Это мы делаем окошко. По месту. Окошко от дома моего. Все не выкинуто, все пригождается. Видишь, какую-нибудь сделал бы. Какую? Вот эту вот. Это мне Виталик примотал. Блядь. Говорит, так все делают, ага. Говорит. Все, блин. Да. Делают вот здесь вот, а не около розетки. Ну, а он примотал, ну, наверное, куда руки дотянулись, ну. Я ведь тоже неудобно, сколько раз, все в лень перерезать, отрезать и перемотать ближе, чтобы там надо, чтобы она около дрели была, по идее-то. Конечно. Ну. Хорошо, хоть не потерял, хоть примотал, ну, а то... Мага без нее бы быть там. Ну. Ну, без нее сверлышком затягивать можно. Ну да. Дом золотой, бля. Да пипец. Я их выгоню нахуй. По-любому. Лайки, да. Лайки зают жить. Юрчик, смотри, а? Чтобы это. Че? Вот здесь за подлицо стояло. Не сдвигалось. Вот сейчас я выставил. Стоит. Дрель-то ровно. А что, боковушку сразу не будем? Ну, да надо бы. Ну а что? Ты видишь, как ты снимаешь, мне держать. Я бросаю. Купались. В рабочем. Я тоже. Ну что, полегче стало? Давайте. Дети, сейчас уткам воды. Крякали уже, вода кончилась. Тут как смеси сидят. Да, да. Сейчас налью. 6 литров на сутки. Вам делаем дом, блин. Дом золотой. Я только заберу воду. Под воду. Все. Не кряхтите. Что шакалишь? А, ой, сколько радости. Ой. Так. Ушли оттуда. Что вы там манеру взяли? Мы там работаем. Ушли оттуда. Белко не ушел. Каюр.
хулиганье. Так уезжай. Разгон возьми, Володь. Так, внимание, Володя выезжает не открывание дверей, но без открывания. Ладно, в избежание минусов по материальному доходу и сохранение трудов человеческих мы откроем вам дверь, молодой человек. Сегодня был ночью дождь, оставили дверь, сил не было и разбухла дверь. Я сейчас ее на баню поставил, здесь я обработал эту раму. И Володя поехал, все, надо дать подсохнуть. Дверь разбухла, немного пошла туда-туда, зашевелилась. А бибик на дне. Ну все. Здравствуйте. Соседи пошли купаться. Духота стоит, солнце облачно. Короче, вот такая вот четвертый подход. И уже остались же... Металлоконструкция полностью, но это для уток очень круто. И мы получается, что мы делаем очень дорогостоящую бытовку, сарайку, мастерскую, как вольеры собачьи. Она обходится где-то в 100 тысяч, если сейчас доски и все остальное. То есть было бы дешевле купить им домик и выгул. За 25-30 тысяч рублей купить, продаются готовые, и все. Ну, всегда это делается, то есть сделано в каком случае плюс? То, что это вечно, то есть не временно. Она трансформируется, то есть, трансформер. То есть где-то отпилил, где-то приварил, где-то переделал. Можно переделать на вольеры, можно переделать на бытовку, на сарайку, на что угодно. И все. А что-то под уток уже ты ничего не переделаешь. А это капитальная металлоконструкция, обшитая будет деревом, покрыта, может быть, утеплится потом, и будет что-то другое. А уток можно будет переселить туда в уголок. То есть все в зависимости от ситуации, как это будет выглядеть. Поднял я туалет, буду заниматься еще низ туалетом обвязкой, потому что подгнили. Это нижние эти пошли. Я буду там все промазывать, и яму приводить в порядок. Там ничего нету, там все сухо, потому что все перегнило, все этот, и все затянулось. Ямка затянулась, видите, ничего нету, никого, ни какашек, ничего. Туда тут 100 лет никто не ходил. Вот, если было схоже, то совсем немного, видите, вот. Подмело, потому что была подсыпана земля. А лаги вот надо, обвязку сделаю и опущу, потому что он начал заваливаться. Частный дом, всегда есть много работы, и куда ни коснись, везде надо пахать. Изо дня в день, пока не сдохнешь. Вот и все. Так что вот так вот. Вот такие дела. Ладно, вот такой вот показал, чем мы по выходные занимались. Какой фигней. Взрослые мальчики занимались какой фигней. Да. Всем пока. Буду убирать все. У нас все электроды намокли. Все, и маска, и... Да все, весь инструмент, все как упали. Устали до ночи, мы бросили. И падут, такой ливняк пошел. Результат. Доверились погоде, как всегда. Жарко, дождя не будет. Да, не, обломал нас. В минуса нас вогнал. Все, всем бобра.